по истории России. Это очень быстро все произошло. Я не могу найти его телефон и адрес. Они где-то у меня были. Ну, значит, я довольно давно с ним не общался воочию. Последний раз это было, наверное, в 2014 году, когда в Париже была конференция, посвященная 30-летию открытия от коллоидных квантовых точек. Там собирался, как вам сказать, хотел сказать, в общем, все собирались, кто имел какое-то отношение к квантовым точкам. Мы там обсуждали перспективы работы, может быть, даже совместной. Ну, я знаю, то, чем он занимается, он знает, чем занимаюсь я, чем занимается у нас здесь в институте. Все-таки эта работа была сделана в Государственном оптическом институте, а я вот сейчас сижу тоже в том же доме, почти в той же комнате, где такие работы были сделаны. Так что исторически это то же самое место, его это очень интересует, как тут идут дела. Мое мнение такое. Конечно, то, что он сейчас работает в Штатах, сыграло некоторую роль. Но на самом деле это все событие, оно говорит о том, какова была российская наука. То есть это на пользу российской науки идет. Все гораздо в большей степени, чем на то, что вот он там в Америке или где-то еще. Это сделано в России. Здесь были дискуссии, есть такой эффект, нет такого эффекта. В общем, здесь была вся жизнь и все исследования вокруг этого дела.